Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас прямой эфир со мной, с Екатериной Мирошниченко. Много новинок, причем тема у нас топы. Кто не в курсе, у нас 14 цветных топов, 7 из них с эффектами, 7 именно без эффектов, вот такие всевозможные камуфлирующие, и вот вышло еще 3 новых. Мы один раз их уже анонсировала, но мне захотелось с ними вот какие-то быстрые скоростные варианты дизайна показать. Но пока я сегодня готовилась к эфиру, я поняла, что у нас еще куча новинок, которые я не показывала еще и вообще не проговаривала, что вот ожидается, уже есть в наличии. Вот, поэтому сейчас в самом начале я быстренько пробегусь по новинкам, которые вот в эту пятницу, что-то на следующей неделе будет. Поехали. Так. Итак, как я и сказала, новинок очень много. И первое, что хотелось сказать о том, что у нас очень много топов. Посмотрите, если мы вот так посмотрим. Так, сейчас тут у меня один отвалился. Это 7 топов с эффектами. Потом 4 топа молочно-камуфлирующих. И вот у нас еще новинка вышла. Это прям новые топы. Я их называю цветные. Прям цветные. Вот поставьте, кто в курсе, что у нас 17 топов. Это помимо основных прозрачных топов. Вот можно вот так сфотографировать. Первая выкраска, вот где два цвета в ряд, это эффекты. Понятно, что они с эффектами. А вот эти 7, это прям уже цветные. Вот, но я их все называю цветные, хотя по факту эти с эффектами топы. Вот, а это цветные топы. Цветные топы, они с приставкой идут. Видите, Pink Style, Milk Style, Tender Style, Beige Style. И вот новинка. Princess Style, Purity Style и Mousse Style. Я как раз с ними сегодня хочу поработать и показать вам, как классно можно и быстро обыгрывать скоростные варианты декоративных покрытий. С этими топами. Как классно можно экономить время с этими топами. Опять же, почему? А потому что топы все, вот это все топы без остаточной липкости. Как понять, какие они по консистенции? Я всегда пример привожу Prime Top. Именно на основе его химической формулы создавались все вот эти топы. Поэтому у кого есть Prime Top, вот, это будет практически вот по нагреванию, по вязкости, вот прям как этот топ. Вот, поэтому поставьте плюсики, у кого есть Prime Top, вы любите этот Prime Top. Имейте в виду, что все топы с эффектами, они все сделаны на основе Prime Top. Итак, сейчас поближе я выкрашивать их не буду. Я просто напомню о том, что они у нас есть. Первый топ, который выходил еще год назад, он, видите, просто разноцветный с крупненькими хлопьями. Потом вот такой вот, как ракушка, я его называю. Потом есть светоотражающий, вот он, Scandium топ. Вот, нельзя сказать, что это прям в чистом виде светоотражает, но тем не менее, если мы посмотрим на Scandium, особенно на темном фоне, скажите, что кажется, что это светоотражайка. Смотрите, вот он. Вот он, Scandium. Ну, понятно, что на светлых оттенках это смотрится, ну, как бы так себе. Вот, а тема на темных, смотрите, прям светоотражающий топ. Классно? Следующий идет это топ... Я его называю цвет шампанского. Ну, он, кстати, так и называется, шампан топ, шампань. Вот, у него действительно не такое холодное серебро, как у Scandium, потому что Scandium это прям такой классический серебряный холодный отлив. А здесь серебряный, но он чуть-чуть как цвет шампанского уходит. Поэтому оба серебряные, этот не такой плотный, этот более плотный. Вот. Потом идет Melody топ. Его, кстати, очень многие любят. Кто не любит ярко выраженные эффекты? Это, наверное, самый, я скажу, элегантный и скромный топ.
по блесточкам. Видите, какой он прям вот, прям еле-еле такой прям вот элегантный, я его называю. Это Melody топ. Офигенный новый топ, это Dragon топ. Смотрите, какой красивый, это матовый. Это вот вы его покрываете, и он сразу становится матовый. Видите, это Dragon топ. И самый последний, это Baby топ. Вот. Возможно, на этих оттенках не сильно он смотрится. Вот. Напомню, что он офигенно смотрится на каких-то пастельных цветах, ярких, летних. Лучше наносить этот топ с выравниванием, делать легкое моделирование. Тогда вот эти эффекты, которые внутри топа находятся, они отлично тонут, выравниваются и не торчат. И получается более как сгруппированные, более насыщенные. Поэтому я Baby Top не люблю промазывать. Я его люблю наносить с выравниванием. Да, кстати, у меня для вас отличная новость. Кто не попал в прошлую среду на вебинар, который я проводила по чемпионату Emmy World Nail Fest, сегодня в 19:00 можно прийти на повторный вебинар. Ссылочку вот я сейчас в комментарии повесила. Прям обязательно закрепите сегодня будильник себе, чтобы он без 5-7 вам позвонил и напомнил, что по этой ссылочке сегодня регистрируйтесь на вебинар. Вот, будет очень интересно, кому тема конкурса вот где-то там вдалеке маячит, манит вас, но вы не понимаете, что это такое, придите сегодня хотя бы просто послушайте. В любом случае вдохновитесь, будет интересно. Я никогда так подробно и глубоко про эту тему не говорила, потому что обычно на вебинарах я другие пласты профессии маникюра затрагиваю, а здесь мы очень глубоко поговорили про такое направление, как конкурсная тема. Поэтому сегодня в 19:00 всех жду на вебинаре, ссылка вот здесь в комментариях. Так, поехали дальше. Топы с эффектами, 7 штук. Дальше переходим на топы цветные, без эффектов. Напомню, что они выходят все с приставкой Style. Это 4 топа, которые вышли месяц назад, а это вот недавно вышли. Princess Style, Purity Style и Mousse Style. Дизайны как раз сегодня буду этими топами делать. Опять же, все без липкости, здесь нет эффектов, в зависимости от того, какая вам нужна плотность, я их называю, они с эффектом киселя, да, напиток кисель, все же знают, что это такое, есть легкая мутность, да, и благодаря такой правильной плотности и консистенции они хорошо выравниваются, и вот этот кисель, в зависимости от того, какой он вам плотности нужен, наносите топ либо в один слой, либо выравниваете его, слегка моделируете, потому что они все позволяют это делать, вот, либо просто в два тонких слоя дублируете. Вот эти топы я рекомендую, конечно, для французского маникюра. Просто идеально. Вот, я считаю, для французского. И самое главное, что французский маникюр теперь намного быстрее стал выполняться. Так, ну и мы с вами приступаем к этим топам. Один здесь топ с эффектами молочный, очень похож на Milk Style. И два топа уже прям такие, прям цветные. Такой розовый и сиреневый. Здесь у них такая плотность, потому что здесь нанесли с выравниванием, чтобы была более ярко выраженная гамма цвета. Вот. При желании можно нанести более тонкий слой, и тогда этот будет эффект более прозрачный. Итак, очень крутой первый оттенок, давайте рассмотрим, это Princess Style. И кстати, досидите до конца, я же про новинки расскажу. У нас тут новиночки вышли. У нас тут и лаки вышли у меня, видите, у меня тут лаки, у меня тут крема. Вот про это все буду еще рассказывать. Вот, поэтому досидите до конца эфира. Ну, давайте. Первый, Princess Style. Если мы нанесем просто в тонкий слой, классический, да, если нам нужен легкий эффект, чтобы вот слегка там что-то разовилось. Я называю этот цвет Барби розовый, да. Если максимально тонко, ну это прям вот такой будет легкий эффект. Да? Легкий розовый эффект для французского маникюра вполне себе подойдет. Вот. Если нам нужен более ярко выраженный розовый, то в этом случае мы либо два слоя наносим.
Либо, как я уже говорила, благодаря такой очень удачной, комфортной консистенции, я рекомендую эти топы наносить как базы, камуфлирующие в конце с легким выравниванием. И, во-первых, они очень круто выровняются, хорошо разровняются, хорошо просохнет. И это финал, потому что топ без липкости. Это консистенция без липкости. Изначально, конечно, вот эти, особенно Princess Style и Mousse Style, выпускали под дизайны. Вот, под дизайны, потому что все-таки дизайны, в дизайнах эта тема более как-то интересна. Но, тем не менее, они имеют место быть просто как однотонное покрытие. Дальше, что еще можно сделать? С этими топами двумя очень прикольный получается градиент. Смотрите, как это может выглядеть. Берете базу любую цветную. Ну, я вам предлагаю взять белую базу. Оля, принеси, пожалуйста, ложечки. Так, у меня единственное, под рукой есть только новая база. Это она только ожидается. Это гамма номер 14. Не спрашивайте, когда она выйдет. Вот, выйдет. Я просто начала искать белые базы, и под рукой только новая оказалась. Вот. Возможно, у вас это будет скульптурный белый гель, да? В общем, делаем коррекцию, например, клиенту. Замоделировали, попилили, если пилили. Вот, если пилили и зашлифовали, то в этом случае лучше перед тем, как финиш наносить в виде градиента, лучше нанести тонкий слой чего-то для гладкости. Сушите. Сушите и дальше делаете одновременно и градиент, и делаете одновременно финишное покрытие. Это очень быстро ускоряет процесс ногтей. Представьте, и заодно покрытие, и заодно финиш, и заодно это все-таки дизайн. Да? Это все-таки дизайн. Можно приготовить, взять отдельной кисточкой, да, для градиента, помогать себе. Вот. Но так как я сейчас работаю на типсах, в принципе, я обойдусь кисточкой из флакона. Ну, понятно, что с точки зрения архитектуры, возможно, будет небольшое смещение апекса, да, но это не настолько такой, знаете, прям ярко выраженный апекс. Все здесь максимально тонко. И лампу. Видите, одновременно я сделала сейчас и финальное покрытие, и одновременно у меня получился градиент. Вот, и одновременно получился градиент. Там, если есть желание еще раз поплотнее сделать, да, чтобы розовый был более ярко выраженный, можно еще раз продублировать. Чем хороши эти топы? Тем, что они друг на друга, когда ложатся, они все равно хорошо носятся слой на слой. Так, это понятно, да, что топ может цветной выглядеть в один слой, но для этого я рекомендую наносить, как вот я сейчас показала, не в тонко, да, потому что в тонко можно, в принципе, и pink style нанести. Цвет, правда, другой. Видите, здесь классический розовый, а здесь такой барби розовый. Поэтому, если хочется, чтобы перекрыть линию гипонихия, материал, который был там использован при коррекции, то в этом случае, вот как я сейчас, с моделированием нанесли. Дальше, вариант с градиентом. И третий вариант, это... Очень мне нравится со стемпингом показывать варианты. Например, первый примитивный вариант – это взять белый цвет краски для стемпинга. Я уверена, это абсолютно у всех есть, согласны с этим. И, например, возьмем пластину. Давайте возьмем летнюю. Напомню, что у нас вышли очень красивые летние пластины.
Так, и возьмем здесь какой-нибудь рисунок. Так, протираем. И предлагаю как делать. Либо белый, либо цвет в цвет. Но мы начнем с самого такого простого, примитивного. Это когда цвет в цвет делается. Ой, вернее, белый когда берется. Потому что я думаю, что белый есть абсолютно у всех. Согласны с этим? Поэтому сначала делается белый рисунок белого стемпинга, а потом его перекрывают цветным топом. Вот сейчас пока прям цветной у нас вышел розовый и вот такой сиреневый. Обещаю, что скоро у нас будет еще ряд цветных топов. Ну, сказать, что, знаете, все оттенки мы сделаем в виде топа нельзя, потому что есть цвета, которые в виде топа, ну, так себе история, будет не сильно актуальна. Вот, поэтому мы пока делаем вот такие очень спокойные, нежные варианты. И перекрываем. Опять же, по желанию, можно перекрыть максимально тонким слоем. Будет один эффект, да. Можно сразу же с эффектом моделирования перекрыть, да, чтобы вот прям поплотнее этот розовый лег. Вот уже видите, другой эффект. Можно сделать, опять же, с градиентом. Можно с градиентом, кстати, в два слоя сделать. Например, первый слой. Сейчас мы здесь вот излишки снимем. Возле кутикулы сгруппируем. Просушим. И сейчас еще раз я пройдусь по кутикуле. И повторю. Вот, поэтому на примере использования белого стемпинга это будет очень прикольно. Все, и здесь опять максимально. Прям очень тоненько. Прям убираем. Смотрите. Же, как классно, красиво. Да, вот мне нравится, смотрите, с леопардом вот такой же вариант. Прикольный. Да, и здесь тоже видно, что здесь топ нанесли не тонким слоем, а тоже либо два слоя, либо чуть-чуть увеличили толщину за счет эффекта моделирования. Смотрите, вам и дизайн, и декоративное покрытие, и уже это финал, можно отпускать клиента. Смотрите, как классно. Как вам такая идея? Вот то же самое, смотрите, только стемпинг не белый, а здесь, например, ярко-розовый взяли, сделали 18 оттенок. Тоже прикольно получается. Видите, одно и то же сделано. Здесь только белый стемпинг, а здесь неоновый розовый. Вот давайте теперь с фиолетовым топом посмотрим. То же самое. Так, где он у меня? Это Mousse Style. Наносим просто тонкий слой сначала и смотрим. Смотрите, если нанести просто максимально тонким слоем, это будет такая легкая дымка сирени, да? Может быть, да, может быть, вполне себе. Он, в принципе, в тонкий слой хорошо тоже выравнивается. Так, что-то мне какой-то тут мусор попал. Все, вот она, легкая дымка, да? Ну, так вот, скучновато. Вот, поэтому... Что я делаю? Я либо два тонких слоя нанесу, либо как базу камуфлирующую с легким таким выравнивающим эффектом. И у нас готово такое, знаете, просто покрытие, как с эффектом киселя, с эффектом дымки. Да, понятно, что можно... В принципе, сюда еще и французский маникюр нарисовать, да? Вот, поэтому просто в чистом виде имеет место быть этот топ, но какой вывод можно сделать? Ну, не тонкий слой, будет неинтересно, будет странно смотреться. Вот, поэтому я предлагаю рассмотреть вариант, когда мы делаем с толщиной,
Да, либо в два тонких слоя, кстати. У кого проблемы с моделированием, пожалуйста, берите просто два тонких слоя делайте. Первый слой, например, нанесли. Потому что они все могут красиво выровнять поверхности гель-лака и того же тупа. Вот нанесли один слой. Единственное, просто не давите на кисть сильно. Сушим, сушим, сушим. Он сушится очень быстро. Вот, и давайте просто второй слой нанесем. Вот, в принципе, один и тот же эффект, да? Но здесь немножко время вы потеряли. Вот, а время здесь с точки зрения экономии я бы рассмотрела все-таки вот наносить как скульптуру. Сразу моделирующим слоем, сразу же тебе и финиш, и готово. Вот. Понятна разница, что можно и так нанести. Вот он тогда будет интереснее смотреться. Теперь давайте для дизайна. Также давайте возьмем, ну, самый простой вариант дизайна, это какой может быть? Давайте возьмем белую базу, либо белую скульптуру. Классическую гель в банке, да, у кого что, кто чем работает, потому что кто-то только гель-лаками, базами работает, кто-то работает исключительно классикой. Вот, но я думаю, что белый есть абсолютно у всех. Вот, смотрите, значит, сделали моделирование белым. Вот, но это новые базы. Когда выйдут, опять же, сейчас не скажу. Вот, мне сейчас, конечно, менеджеры сказали: Катя, ты зачем это показываешь в эфире? Но я все равно думаю, что уже скоро будут. Может, в июле. Так, сделали моделирование. И теперь я предлагаю взять сиреневый цвет стемпинга. Когда я вот говорила, цвет в цвет идет. Цвет топа сиреневый, значит, стемпинг берем сиреневый. И сделаем с вами рисунок. Какой мы сделаем с вами рисунок? Давайте цветочный принт. Чем удобно делать на гамму, вот эти новые базы гамма, у них, у многих где-то вообще прям нет дисперсии, где-то она очень сухая прям. Но в принципе, если 2 минуты просушить, она прям очень сухая. Что можно даже под стемпинг не наносить специально текласс, либо можно просто обезжирить поверхность по желанию. Вот это тоже опять же, что экономит нам время. Сделали. И, как я и говорила, в цвет стемпинга берем новый топ, который называется Mousse Style, который, видите, такой дымчатый сиреневый оттенок. Ну и то же самое можно сначала тонко нанести, потом чуть побольше набрать и собрать возле кутикулы. Сказать, что, знаете, сильно апекс изменится у ноготочка, но там он не сильно будет возле кутикулы. Все, и в один слой вам и градиент, и финиш. Все, сушим. Быстро, быстро. Смотрите, вам и дизайн, и покрытие, и градиент. Вот, понятно, что я сейчас такие совсем прям простые варианты показываю. Если посидеть, можно очень много интересных историй на эту тему посочинять. И это вам сэкономит просто кучу времени. Вот. Как вам идея с градиентом и со стемпингом? Пишите. Кто, кстати, уже приобретал эти топы? Потому что топы-то не сейчас вышли. Они вышли уже, наверное, недели 2-3 назад. Вот. Ну, просто конкретно я о них не говорила еще. Вот. Поэтому мне сегодня захотелось именно этими новыми топами поработать. Так, и третий новый топ – это Purity Top. Он как Milk Style, только с блесточками. Смотрите.
И то же самое. Если тонко нанесен, будет один эффект. Он такой, знаете, молочно, как слоновая кость, может быть. Вот, тонко нанесете. Ну, это будет так прям еле-еле. Очень хорошо распределяется даже в тонкий слой. Обратите внимание. Вот. Если возьмем слой потолще, да? Ну, и прям еле-еле прям дотрагиваемся, чуть-чуть выравниваем. Уже другой эффект. Все же более плотный, не такой прозрачный, да? С ним тоже красиво делать, например, стемпинг какой-нибудь белый. Также берем пластину летнюю. Я потом номера пластин, которыми работала, и еще раз название всех топов, которыми я сегодня новыми работала, тоже в описании будет уже после эфира. Так, ну давайте вот такой вот цветочный принт возьмем. Стемпинг возьмем белый. Получается нежно, быстро. Это, знаете, вот кто не очень любит дизайны, клиенты, из-за того, что времени на них очень много уходит, потому что очень часто у нас клиенты делают не потому, что они не хотят дизайна, а потому что это время услуги увеличивает. Вот, и с одной стороны, им вроде как и хочется, и чтобы это не навязчиво было, и по времени, чтобы быстро. Вот хороший вариант. Пурите. Берем и в такой внетонкий слой наносим. То же самое можно чуть-чуть замоделировать возле кутикулы и сделать тоже вот так вот градиентом. Перевернули. И в лампу. Все. Вот это прям нежнятина получается. Сейчас посмотрим, что получилось. Еще раз приглашаю всех сегодня на вебинар. Это будет повтор вебинара по конкурсу Amy World Nail Fest. Обязательно приходите, будет интересно. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. И самое главное, что это очень-очень быстро. Вот. Это очень быстро. Это все топ. Без липкости. Так, это беленькая у нас история. Вот, кстати, просто в тоненький слой беленький. Видите, без градиента возле кутикулы. Смотрите. Может быть, вот такой вариант. Так, какие новинки? Что я вам не показала? Новинки. Для мастеров педикюра хотела напомнить, что у нас есть вот такая линейка гель-лаков однофазных для покрытия на ноги. Вот, и у меня для вас хорошая новость. У нас на днях, по-моему, в пятницу уже в продаже будут еще 5 оттенков. Можете сфотографировать экран телефона. Смотрите, это оттенок 18, 20, 21, 22 и 23. Напомню, что первые оттенки, они выходили в одной формуле. Сейчас формула изменилась, и все последующие цвета, они у нас выпускаются в новой формуле. Сейчас у них срок хранение уже не год, а больше, до 3 лет, потому что в состав, вы должны понимать, входит обычный лак, и первая партия, она у нас слишком быстро сохла, как обычные лаки. Вот, то сейчас это прям такие гель-лаки, которые в любом случае остались однофазными, под которые, ну, как в идеале, вы наносите только ультрабонд.
база и финиш не нужно. Благодаря этому нет утяжеления каркаса ногтя. Потому что обычно утяжеление, особенно за счет баз, когда мы на ноги делаем моделирование, приводит как раз к отслоению ногтевого ложа от, вернее, отслоения ногтя от ногтевого ложа, что приводит к карманам. Вот, поэтому у нас сейчас эта линейка, она очень пользуется популярностью. Она небольшая, вот, но вы видите, мы по чуть-чуть ее увеличиваем. Сейчас, если посмотреть... Вот такая линейка. Единственное, помните, у нас желтый был и оранжевый. Мы решили убрать, потому что все-таки желтый и оранжевый не самые популярные оттенки для ног. Вот, нам не хотелось сильно раздувать линейку, поэтому прошлым летом мы это все, вернее, позапрошлым летом мы это попродавали, вот, и оставили только 4 цвета из первой коллекции. Видите, 1, 2, 3, 4, а потом, видите, сразу начинается 7, 8, 9, 10. Вот, ставьте плюсики, кто работает этими цветными покрытиями однофазными на ноги. Вот, почему вы работаете? Напишите хотя бы пару слов. Дальше следующая новинка. Лаки. Вот, кто не в курсе, у нас в этом месяце вышла большая коллекция лаков. Она пастельная. Если, например, гель-лаки вышла яркая, классическая коллекция, да, там яркие цвета, то обычные лаки выпустили пастельные. Смотрите, какие красивые оттенки. Можете сфотографировать. Это 208, 210, 206, 207. Это просто классическая лаковая эмаль. И... Номер 204, 203, 205, 210. Ой, 209. Это очень красиво. Могу вот парочку открыть, понаносить для вас. Ну, для лаков, я считаю, очень хорошая плотность. Понятно, что лаки не могут быть такими плотными, как гель-лаки. Вот, но эта коллекция чуть-чуть отличается от обычной линейки наших эмалевых оттенков, лаков обычных. Вот, получилась плотная достаточно. Вот, ну, это я сейчас в один слой наношу. Понятно, что всегда нужно просушить первый слой и потом наносить уже второй слой. Желательно с сушкой. Я даже вспоминаю сама, когда мастером маникюра работала, хорошее качественное покрытие все-таки получается, когда сушка применяется между слоями. До сих пор помню, сушка классная была, аэрозоль у Орли. Вот, самая лучшая вещь была. Я всегда первый слой лака нанесла, брызнула, и потом уже второй слой. Вот, ну и так далее. Вот, очень хорошая коллекция лаков, красивые цвета. Вот я знаю, что нашу линейку лаков любят. Компании, которые производят хорошего качества лаки, мало на самом деле. Нас на рынке раз-два и обчелся. Вот. Потому что, например, я тут недавно в путешествии была на Секотре, и два человека из группы, этих людей первый раз в жизни видела, знали Эми, они не знали, кто я, но знали Эми, а сами с натуральными ногтями наши лаки покупают. И так и сказали мне, что Катя, обязательно пополняйте вашу линейку лаков, потому что очень сложно найти хорошие качественные лаки. Это вот обратная связь от обычных людей, кто любит лаки, потому что действительно эта категория клиентов небольшая, но есть кто принципиально покрывает только лаками. Вот особенно этот тренд задала пандемия. У кого, кстати, клиенты покрывают ногти лаком? Пишите. Кстати, рекомендую лаки как ритейл продавать. Потому что есть клиенты, которые, например, ходят к вам на маникюр, а педикюр делают только покрытие лаком и себе очень часто докупают. Всегда домой в пользование. И вот как раз лак – это ритейл, такая позиция для ритейла, которая может быть даже у обычного мастера, не у которого салон красоты, а частный кабинет в том числе.
Так, ну вот такая коллекция лаков. Имейте в виду, она уже продается. И что у нас еще нового? Хочу вас обрадовать. У нас в эту пятницу, по-моему, на сайте на emishop.ru. У дистрибьюторов, когда будет, я сейчас не знаю. Знаю, что только точно на сайте будет. Вот. Ну, у дистрибьюторов, возможно, раньше. У нас обычно московский дистрибьютор, у него у одного из первых, впервые даже чем на Эмишоп появляется все эмишное. Очень классный формат, 15 мл. Опять же, для продажи вашим клиентам, это как до продажи, до основного чека. На самом деле, вот кто занимается вот такими мелочами, да, когда клиент расплачивается в зоне ресепшена у вас, за счет покупки там маслица, палочки апельсиновой, пилочки, кремушки, свечи массажные, лаки, там, возможно, кто-то парфюм какой-то продает. Это очень хорошо, в месяц дает дополнительный доход к основным услугам. Кто, кстати, ритейлом занимается, кто допродает всегда клиентам какие-то мелочи дополнительные, масла для кутикулы, там, не знаю, антифунгал, лаки, духи, ну, много разных вариантов, кто-то бижутерию допродает. Напомню, чего маленький объем. У нас есть линейка вот таких лосьонов ароматизированных, их 9 вариантов ароматов. И вот под эти 9 ароматов большого объема вышли малыши, которые расфасованы в 15 мл только тюбики. Вот у меня, например, любимчик, это, конечно, номер 9. Это запах Нинаричи яблока. Где он у меня? Вот он. У меня самый любимый, это, конечно, лосьон номер 9. Я уже себе взяла, в сумочку положила, чтобы обязательно в сумочке он меня еще радовал. Потому что большой объем не всегда удобно носить. Вот, поэтому такая новость. Надеюсь, что та линейка большая, которая сейчас по уходу за телом сформировалась у Эми, потихонечку мы все выпустим в небольших объемах. Потому что мы 1,5 года формировали новую линейку уходовых средств. Вот сейчас уже формируем уже малышей, да, дубляж. Так, это будет с пятницы. Так, по новинкам. Ну, по основным новинкам, наверное, все, потому что в прошлый раз, вы знаете, я вам показывала, у нас новая коллекция гель-лаков, классная вышла тоже, не совсем летняя история, вот, но мы все равно не стали ее на осень откладывать, потому что шиммерная перламутровая поверхность, есть клиенты, которые ее используют, им без разницы, какой сейчас сезон. Вот. Так. Еще раз, кто пропустил эфир, обязательно пересмотрите, потому что я в самом начале показывала работу с топами. У нас вышло 3 классных новых топа. Я вам показала, что с ними делать скоростные быстрые дизайны со стемпингом, с градиентом очень классно, очень быстро, это очень удобно. Я показала очень простые варианты. Понятно, что там можно накручивать, докручивать и докручивать. Туда и шармиконы, и слайдеры добавлять. Да, на Валберес есть наш товар, да. Не все, конечно, позиции, но много что есть. Спасибо, да, за лосьоны. И еще раз всех жду сегодня в 19:00 по ссылке, которая сейчас есть в комментариях, на вебинар, который посвящен онлайн-конкурсу Эми, который называется Эми World Nail Fest. Нет, на Валберсе нет подделки. Если вы откроете карточки товаров, где именно Эми, там видно по данным, то там подделок нет. Все, всем большое спасибо, всем пока-пока.